Вы смотрите тему дня на Кубань-24. Приветствую всех, кто только что к нам присоединился. Для темы этого включения есть особый повод для гордости. Накануне стало известно, что главный приз Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» достался нашему телеканалу. Его завоевала моя коллега Алла Григоренко с документальным фильмом «Владимир Парханов. Жить дальше». Всероссийский телевизионный конкурс «Федерация» проводится каждый год и охватывает все регионы страны от Калининграда до Владивостока. Церемония награждения прошла накануне в Москве. Гран-при вручается телеканалу «Кубань-24», город Краснодар. Итак, гран-при телевизионного конкурса «Федерация» получает телеканал «Кубань-24», Краснодар, за работу Владимир Парханов, «Жить дальше». Победителя приглашаем на сцену. Владимир Алексеевич Парханов с детства знал, кем он хочет быть. Тогда одноклассники звали его Проф. Ну а сейчас, когда ему 70, на его счету 25 тысяч спасенных жизней. Чего бы вы пожелали себе на день рождения? Жить дальше. И сегодня героиня дня у нас в студии Алла Григоренко, автор фильма и режиссер Ирина Архангельская. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Присоединяюсь ко всем аплодисментам, которые только что прозвучали. Фильм чудесный, бесподобный. Посмотрела на одном дыхании. Действительно, награда заслуженная. Спасибо вам за вашу работу. Ну что ж, давайте поподробнее поговорим. Ну, начнем, наверное, подробнее о самом конкурсе. Всероссийский конкурс «Федерация». Да, насколько это действительно... Вот такая вот награда, ну, скажем так, весомая. Ну, Всероссийский конкурс «Федерация», он проходит уже третий год подряд. В принципе, мы, честно говоря, не сомневались, что мы завоюем какую-нибудь победу. Но мы подавали этот фильм «Владимир Парханов. Жить дальше» в номинации именно «Герой нашего времени». Ну, естественно, для нас была, естественно, победа именно в данной номинации. И никак мы не ожидали, что все-таки фильм завоюет самую высшую награду «Гран-при». Это действительно неожиданно и вдвойне очень приятнее. Нам тоже приятно. Еще раз вас хочу поздравить с этим. Журналисты «Кубань-24» смогли обойти конкурентов из 50 регионов страны и занять первую ступень пьедестала. Что помогло, на ваш взгляд? Ну, команда, она, конечно, помогла наша, которая создавала этот фильм. Я думаю, что мы настолько были влюблены в своего героя и хотели сделать это на 5 с плюсом. И поэтому я думаю, что это самое главное, она помогла. Помимо Аллы как автора, помимо вас как режиссера, команда, кто туда еще вошел? Кто работал над фильмом? Операторы, звукорежиссеры, монтажеры, редакторы. Продюсеры, продюсеры. Очень большая, да, работа продюсерская большая. Проделана была. Давайте прямо сейчас посмотрим небольшой фрагмент фильма, после чего беседу продолжим. Задавайся. Кто к нам приехал? Как дела, мой друг? Давай поцелуем. Тебе Мия зовут. Мия. Да. А, да. Я хочешь покажу, как я гоняю? Конечно, покажу. Миечка, привет. Давай тебе покажу, как я гоняю. Давай покажи, как ты гоняешь. Я-ха! Быстрее. Давай, догоняй. Так нормально? Да, улыбается сразу, улыбается. А где же шарик? Нет. А давай я сделаю нос здесь. Можно я сделаю нос? Ну давай я сделаю усы. Что касается формы, почему именно вот такая форма была выбрана для фильма? Получается, прогулка, да, непосредственно главного героя, потом он в работе, мы это видим постоянно, но как такового автора нет, он сам себе, получается, вот хозяин своего фильма. Мы хотели, чтобы он сам о себе рассказал, мы хотели показать именно вот
его не только как изумительного хирурга и ученого, а именно как человека. Вот чтобы он раскрылся, вот когда он пройдет по улочкам, да, вспомнит свое детство, он будет человеком непосредственным. Он забудет обо всем, и мне кажется, раскрылся он правильно из-за этого, из-за того, что он был просто вот в своей любимой, в своих любимых улочках, возле своего любимого дома родного. И вот я думаю, что вот это и помогло нам вот так вот с ним поговорить. Откровенно. Mm-hmm. Еще, естественно, мы хотели сделать наш фильм особенным, не похожим, потому что у Владимира Алексеевича очень много материала, предостаточно, потому что все-таки, да, эта персона такая действительно очень видна. И мы решили вытащить его, как правило, обычно снимают это операционный зал, кабинет, ну и дома. Mm-hmm. Мы решили немножко отойти от этого. От стандартной схемы. Да, конечно же, да. И я думаю, что это отчасти сыграло, да, какую-то роль, большую, думаю, значимую роль, именно что... победе нашей. А, ну чтобы отойти от стандартной схемы, да, как мы уже выразились, все-таки человек непростой, такая личность, да? Это да. В чем была сложность? Какие нюансы работы? Вы знаете, вот мы ожидали, что будет сложность, а на самом деле мы просто столкнулись с таким очаровательным, добрым, открытым человеком, что сначала мы очень так, ну, немножко побаивались даже, как-то даже поближе подойти к нему. Оказалось, что нет, ну что, вот, пожалуйста, я, и, пожалуйста, делайте со мной, что хотите. Не, ну, характер у него точно не подарок, и настроение переменчивое. То есть, ну, он вот, может быть в 5 минут такой милой любезни, а потом как стукнуть по столу. И мы сидим по стойке смирно. Да он даже командовал, если вот честно. Вот как раз про стукнуть по столу есть еще у нас один фрагмент. Есть давайте, возможность да, его посмотреть. Ну, давайте посмотрим. Сюда. Позорник. Вот, ты больной? Нет. Ты больной, по-моему. С бант... Больной с бантами. Срезай. Шить дальше. Шить сначала, а потом срезать. Вот эту нитку, вот этому барану надо взять путаница. И подтянуть. Потянула. Путаницы не будет, если вы не напутаете. Путаница. Когда нормальные люди работают, я вам сколько раз говорю, два настамоза. Ни единой нитки не было запутано. Ни единой. Отдавай ей. Отдай ей. По молодости, я помню, в тубдиспансере пришла новая медицинская сестра к нам на работу и говорит: «Ой, я боюсь мыться на операцию». «Что такое? Почему ты боишься?» Владимир Алексеевич так ругается, так говорят, кричат. А он как раз проходил, мимо слышал. «Не бойся, я кричу и ругаюсь только на своих». Я всех очень люблю. А любовь, разумная любовь, она подразумевает и некоторые высказывания. Я люблю своих внуков, но мне не нравится, когда они не читают. Я говорю, надо читать, надо так жить в своем коллективе. Они должны защищаться, они должны понимать некоторые вещи. Если они не понимают, мы им говорим раз, два, три, потом говорим, мы с вами, видимо, не сработаемся. Ну он брат! Ну, отключай, пожалуйста, у тебя прет, у тебя гадость всякая. И тренируйся, ничего не соображаешь ничего. Ну вот, да, со всех сторон можно посмотреть. И все-таки людей люблю, да, несмотря ни на что. А, насколько я знаю, все-таки пришлось не один, и даже не два, и не три выезда сделать для того, чтобы снять вот тот материал, который мы в итоге увидели. Угу. Ну, во-первых, обозначим, да, то есть работа над фильмом велась более 2 месяцев. То есть мы заранее... Этот фильм вообще делался к его юбилею. Мы все знаем, что 25 апреля, да, Владимиру Алексеевичу исполнилось 70 лет. Вот. И мы съемки, конечно, заранее. Самая большая и сложная для нас это предподготовка. Нужно было договориться, потому что человек очень занятой, он постоянно в разъездах. То в Москве, то в Германии, то в Англии. То есть человек очень занятой. И мы очень долго, раза два-три с ним встречались, чтобы обговорить наш план съемочный и договориться. Вот самое главное, это выйти с ним на прогулку, посвятить этому целый день. И плюс еще генеральное интервью. Да, оставить все дела. Естественно, и... да. Вот. Он смилостивился над нами, наконец-таки, спустя только месяц, да, и выделил нам вот эти 2 дня. Ну, а в целом у нас встреч было с ним, наверное, 4-5 встреч. Великолепное музыкальное оформление, да, мы только что слышали все вместе. И как появился в фильме Денис Мацуев? Ага, ну этот вопрос калочки, да. Конечно. Я лично общалась с Денисом Мацуевым. В общем, ну... Всем, наверное, известно, в принципе, что Владимир Алексеевич обожает классику. Это его такая страсть, помимо медицины. Вот. Он ее любит, он ее постоянно слушает, и даже во время операционной. Вот. И мы выведали у его жены, что он является большим фанатом и поклонником Дениса Мацуева.
В общем, я нашла этот телефон Дениса Мацуева, долго продумывала, как с ним общаться, как вообще уговорить его на это интервью. И как все-таки получилось? Я позвонила ему, назвала просто Владимир Алексеевич, день рождения. Ему было бы очень приятно. Это как пароль, да? Да, пароль, Владимир Алексеевич Парханов. Ему было бы очень приятно, если бы вы приняли участие в съемках. Он говорит, без проблем, Алла, приезжай в Сочи такого-то числа. В общем, я выделю вам там 5-10 минут для того, чтобы сказать все слова. Еще такой у меня вопрос. Как появился в фильме герой Владимир Парханов в детстве? Где искали этого мальчика? Как происходил отбор? Почему именно этот ребенок стал главным героем в юности? Ну, нам хотелось передать через маленького героя, показать вот именно детство Парханова. И нам пришлось, конечно, посмотреть несколько кандидатур и, ну, какие критерии. Конечно, чтобы немножко был похож, да, чтобы он был пластичный мальчик, податливый в съемках. Ну, вот нашелся такой парень. И вот нам пришлось тоже, целый день у нас было 11 локаций, и мы целый день вот его снимали, он терпеливо с нами работал. Еще у него вечером были тренировки, и мама нас просила, ну уж отпустите его, пожалуйста, часиков 6 хотя бы. Я говорю, хорошо, мы его отпустим. Ребенок отработал. Отработал, да, да. Можно добавить по поводу киноляпа такого? Да, вот конечно. У нас ребенок ходит в пионерском галстуке. На что Владимир Алексеевич, посмотрев фильм, он его оценил, дал высокую оценку, сказал, но одно единственное но, я галстук пионерский не носил. Ну, эпоху надо же было показать, соответственно, поэтому галстук был. Ну да, нужно было время обозначить, да, как-то. Конечно. Ну, я думаю, это незначительный ляп, все остальное. И все-таки главный приз за нами, Ал. В прошлом году это был наш коллега Денис Сопов, да, также приз Федерации. И в позапрошлом году Денис Сопов. В позапрошлом тоже он. В этом году ты. Поделись коротко секретом успеха. Вы, наверное, знаете, как нужно надавить, что нужно вот такое показать, чтобы действительно вот первое место взять? Ну, самое главное, это полюбить, влюбиться в своего героя. И делать это все с душой. У нас действительно сложилась такая крепкая команда. Работа была действительно очень сложной, нелегкой. Мы не раз на творческой нашей кухне и ссорились, что у нас только не было. Но вот ради этого, вот такой награды, это стоит действительно. Я еще раз вас поздравляю. Спасибо. Когда зрители «Кубань-24», быть может, еще смогут увидеть фильм? Будет он в эфире еще? Конечно, надеемся, да. Конечно. Да. Почему бы нет? Обязательно посмотрим еще раз. Большим удовольствием. Спасибо. Поздравляю. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня. Да. Ирина Спасибо. Архангельская была у нас в гостях. Алла Григоренко. Это «Тема дня». Мы скоро продолжим. Оставайтесь с нами.